Дань, с приездом, где узнал, что тебя вызывает сборная сейчас? Да, спасибо. Вчера вечером после игры, когда сели в самолет, можно сказать, позвонил администратор сборной, сказал, что тебя вызывают. Все. Были какие-то планы уже, может быть, нет? Ну, да нет, планов не было еще. Мы просто домой ехали, и так пришлось приехать, быстро собраться, и сегодня вот улетел. Ну, так с позитивом воспринял новость? Конечно. Я очень рад, что я оказался здесь. «Зенит» сейчас лидер. В чем секрет такого отрыва от соперников? Секрета нет, наверное, просто выполняем установку тренера на каждую игру и выигрываем. Возможно, используем свои моменты, которые у нас есть, как с Оренбургом, 8 из 8. Но при этом потеряли очки с «Химками», то есть не самыми сильными командами, а наоборот с лидерами играете гораздо увереннее. Почему так? Психология, наверное, потому что это правильно говорят, то, что «Зенит» качественно хорошо настраивается на грандов, как «Спартак», «ЦСКА», там, «Динамо», а с командами второй восьмерки играют не очень хорошо. Но я думаю, я считаю то, что сейчас это немножко по-другому уже, и мы стараемся с каждым матч играть на свой максимум. Расскажи, сегодня первый день сборной, что сегодня делали, что планируется? Ну, собрались, размяли в зале, сделали упражнения, велосипед, валики. Сейчас восстановление, завтра уже рабочая неделя, будем готовиться к Киргизии.